А в Соединенных Штатах решили отгородиться от острова Свободы железным занавесом. Снова. Дональд Трамп хочет вернуться к блокаде Кубы, пересмотрев политику Обамы. Что теперь изменится и почему новый президент намерен вернуть все вспять? Дмитрий Анопченко выяснял подробности. Десятки авиарейсов в день, океанские круизы, организованный туризм и отдых дикарями. В последний год американцы просто хлынули на Кубу, стремясь наверстать упущенное. Еще бы, остров столько лет был для них закрыт. Лишь в конце 2014-го Барак Обама объявил об улучшении отношений с Гаваной. Затем открыл посольство и даже лично приехал на встречу с Кастро. Вслед за ним устремились и отдыхающие. Казалось, после стольких лет железный занавес наконец-то рухнул. Но не тут-то было. Дональд Трамп сейчас отказывается от политики своего предшественника. А здесь, в Белом доме, уже распространили официальную информацию. Туристические поездки американцев на Кубу будут ограничены. Бравурный марш и не менее бравурные заявления. Выступая в Майами, Трамп не жалел эпитетов. Мол, сделка Обамы с Кубой ужасна. Мол, политика бывшего президента абсолютно ошибочная. А значит, он все отменит прямо здесь и сейчас. С этого момента я отменяю подписанную прошлой администрацией абсолютно одностороннюю сделку с Кубой. Трамп в своей речи сказал, что посольство Америки в Гаване пока продолжит свою работу. Но американская пресса выяснила, Белый дом рассматривает и возможность полного разрыва дипотношений. Издание The Hill получило внутренние документы, которые свидетельствуют. На Совете национальной безопасности даже предлагали предъявить Кубе ультиматум. Мол, немедленно разберитесь с правами человека, либо закроем посольство и прекратим все двусторонние обязательства. Хотели даже полностью заблокировать визиты на остров. Но силовики выступили против. Якобы это спровоцирует очередную волну мигрантов, а штаты и с нынешними беженцами разобраться не могут. В итоге нашли Соломоново решение. Туристический поток сократят, оставят лишь частные поездки к родственникам. И аргументация такова, мол, сначала проведите свободные выборы под международным контролем, а потом и поговорим. На Кубе выступление Трампа слушали с каменными лицами. Для многих кубинцев поворот курса – это прощание с мечтой. Страна больше полувека ждала, что блокаду снимут. Вместе с туристами придут инвестиции, и бедная жизнь закончится, раз уж двери на остров открыты. Понятно, что мы многое потеряем, но ведь Штаты потеряют еще больше, чем мы. Мы только-только стали отношения налаживать. Жаль, что Трамп это все не продолжил. Зато в Майами сторонники президента, а среди них много кубинских мигрантов, это решение приняли на ура. Мол, деньги, которые тратили на Кубе, теперь придут к ним. Мы не будем больше поддерживать коммунистическое правительство. Взамен получим назад деньги и от круизов, и от туризма. Но уже сейчас понятно, что в основе решения Дональда Трампа вовсе не экономика, а политика. Его предшественник Барак Обама под занавес своей каденции решил войти в историю. И команда советников порекомендовала ему снять железный занавес и стать первым за последние почти 90 лет американским президентом, который посетил Гавану. Дональд Трамп сейчас целенаправленно разрушает все, что создавал Обама, и тоже войдет в учебники истории. Вот только вопрос, что именно о нем напишут. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».